ты думаешь, он набросится на нас? Насчет броска не знаю, но побежит точно. Ожившие животные из дерева – это именно то, чего нам не хватало в нашей коллекции деревянных конструкторов. И, к счастью, магазин «Ананаза» нам в этом помог. Вы только посмотрите, как выглядят эти коты. Совсем как живые, какая крутая детализация. А огромный ассортимент магазина даст возможность выбрать то, что будет по вкусу именно вам. Животные, пожалуйста, кошки, собаки и даже пауки. Техника, вот вам танки, самолеты и мотоциклы. А одна новая штука просто взорвала нам мозг. Посмотрите, это называется квест-бокс. Димон, а суть квеста просто в том, чтобы открыть этот ящик? Просто? Как бы не так. Взгляните на это. Разнообразие головоломок впечатляет на каждом варианте квестбокса. Мы такого даже не ожидали. Мы заказали вот эти две замечательные новинки. И когда открыли посылку, оказалось то, что загадки на квестах кардинально разные. Да уж, такие вещи не дадут заскучать. А в качестве крутого бонуса внутрь квестбокса можно припрятать хорошую денежку и сделать подарок своему другу, чтобы потом смотреть, как он целый час пытается открыть этот сюрприз. Новинок у «Ананазы» действительно очень много. Сайт наполнен самыми разными конструкторами от самых разных фирм. Ребята действительно смогли нас удивить, несмотря на то, что мы далеко не новички в этом деле.